Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобрать ваш текст, то, что вы написали, и попробуем понять, что с вами происходит, что в этой ситуации делать можно и нужно. Ну, вот. И, соответственно, как вы могли бы себя вести? Значит, первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что вы как будто бы этим теряете, я бы сказал, немножечко нить повествования, когда рассказываете о том, что вас волнует. Я попробую вам пояснить, что я имею в виду. Начинаете вы свой текст так. Мне 32 года, я живу с родителями. А здесь сразу, на мой взгляд, возникает вопрос. Почему вы в 32 года, да, живете с родителями до сих пор? То есть, с чем это связано? То, что вы живете с родителями 32 года. Вот. Не кажется ли вам, да, что, как бы в некотором смысле уже пора как-то все-таки, наверное, жить отдельно, может быть. Вот. То есть почему так происходит у вас? Чем это обусловлено? Знаете? Вот. Это первое. Второе. А вы говорите, что я, значит, нигде не гуляю ночью, не хожу по барам и ресторанам. А здесь, собственно говоря, тоже момент, на мой взгляд, такой довольно важный. А почему вы не гуляете? Почему вы не ходите в бар, ресторан? Может быть, для вас это было бы как раз неплохо. Вот. То есть с чем связано это? У вас подобная модель поведения. Почему так происходит? Почему вы себя как будто бы загоняете в клетку? Ведь дом, каким бы ни был, да, ваш дом, это дом, это не клетка ваша. И совершенно, на мой взгляд, непонятно, почему вы запрещаете себе как будто бы развлекаться и получать удовольствие, ведь вы молодая женщина.
как будто бы оправдываетесь перед нами за то, что ну, то есть вроде как бы вы хотите, да, вроде как бы вы хотите гулять, как я понял, да, вроде бы вы хотите вроде бы это делать. Но что-то вам не позволяет. Ну, вот, что-то или кто-то не позволяет. И надо сказать, что в этой конкретной ситуации мне видится так, что вы сами себя помещаете в крайне негативную среду. Это крайне негативная среда, она связана именно с тем, вот, что вы не получаете, по сути, никакой разрядки, никакого снятия напряжения, ничего, а только дом-работа и все. Но это вообще мало, если мы говорим о вас, это уже мало. Хочется все-таки, я думаю, чего-то большего, правильно? Хочется же какого-то развлечения, а вы себе почему-то это запрещаете. Вот. Соответственно, здесь я рекомендую вам, ну, подумать немножко о том, почему вы себе это запрещаете. И почему оправдываете, как будто это что-то плохое. А вот тоже вы говорите, домой я парней не вожу. Но... Как бы опять же, никто не говорит вам, что вы водите домой парней, откуда у вас такое стремление, желание оправдываться. Понимаете? То есть, в ком вы видите угрозу? Кто обвиняет вас постоянно в чем-то? Вот. Мне видится это очень важным и, возможно, даже ключевым моментом для понимания вашей проблемы. То есть, если вы себя как будто бы подавляете, если вы себя... себе точнее, как будто бы запрещаете делать то, что вам хочется, если вы действуете таким образом, то нет ничего удивительного в том, что вы живете постоянно с определенным напряжением. И ясное дело, что это напряжение дает о себе знать периодически. То есть вы себя зажимаете. Соответственно, это не есть хорошо. Дальше идем. Вы говорите, домой парней не вожу, а ну хорошо, домой парней может быть водить и не стоит. Именно домой. Но так-то с ними взаимодействовать вполне можно, разве вы не считаете так? Или с этим тоже есть какая-то проблема? Вот. Вы говорите о том, что ищете своего единственного. Хорошо. То, что вы ищете своего единственного, это здорово. У меня вопрос к вам. Такого плана. Если вы ищете единственного, то как вы его ищете? Что вы делаете, чтобы его найти? Потому что из вашего описания не похоже, что вы
взаимодействуете с, ну, с мужчинами как-то адекватно. Вот. А если с мужчинами не взаимодействовать, то, соответственно, откуда может взяться тогда какой-то контакт между вами, например. Ну, между вами, между вами и мужчинами, да, то есть тут вот контакта не будет. И возникает тогда вопрос, на мой взгляд, опять же, такой довольно логичный. Так, что вы делаете-то для того, чтобы как-то вот с мужчинами познакомиться? Вот. Они же сами не придут, да. Вот. Дальше вы говорите такую вещь, что я ищу единственного. То, что вы ищете единственного, наводит на мысль о том, что вы, возможно, идеализируете немного мужчину. Ну, то есть, вот своего мужчину вы идеализируете. То есть, вам нужен слишком практически идеальный мужчина, который бы отвечал, возможно, вашим требованиям. Но такого мужчину вы можете не встретить, если будете вести себя так, как вы себя ведете сейчас. Ну, потому что мужчина-то все-таки тоже имеет свои какие-то предпочтения, да? И вам нужно здесь подумать о том, а вот что я могу дать своему молодому человеку, а что я могу ему предложить, как бы. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, вы можете предполагать хотя бы примерно, а на что можете рассчитывать там, ну, при взаимодействии с ними. Вот. То есть, вот, понятно, да, насчет единственного. Единственный мужчина – это миф. Единственных мужчин не бывает. Бывает тот мужчина, который вам лучше всего там подходит, которому вы хотите, ну или которому вы хотели бы посвятить свое время, жизнь там, и так далее. А для этого человека нужно узнать. И вопрос заключается весь в том, даете ли вы себе и партнеру, возможному партнеру, такую возможность. Потому что у меня сложилось впечатление, что нет. У меня сложилось впечатление, что не дает. Вот. Дальше. Вы говорите, что с мужем развелась, а детей нет. Ну, смотрите. Вам 32 года, да, вы значит, развелись своим мужем. Соответственно, детей не завели. Вопрос, который у меня к вам, ну, во-первых, о причине развода, но вас об этом спрашивали, да? Во-вторых, это зачем вы это написали? То есть для чего вы вот это написали нам? Какой целью? То есть просто для информации нам или как? Понимаете?
То есть, на мой взгляд, вот вам нужно определить вообще, куда сейчас идти, что делать-то будете. Какая цель у вас? Хочется-то чего вам? Вот. А вы, как бы, это, ну, практически не раскрываете. Потому что, ну, вот, есть некий набор фактов из вашей жизни, которые вы как бы накладываете нам. При этом цель этих довольно серьезных фактов остается загадкой. Дело в том, что развод – это травма. Это очень серьезное, травматичное событие, происшествие в вашей жизни. И вам нужно проанализировать, насколько на вас повлияло вот это вот событие. То, что повлияло, это однозначно. Не повлиять не могло. Но как бы нужно понять как. Возможно, именно развод, неудачный брак стимулирует вас к тому, чтобы вы продолжали искать своего молодого человека. В некоторой степени, как я уже сказал, идеализируя или, может быть, сравнивая его с своим мужем, которым вы развели. Вот. Также вполне вероятно, особенно с учетом того, как ведет себя ваша мама с вами, я думаю, что можно говорить о том, что вы развелись с мужем отчасти еще и потому, что на вас повлияла, ну вот, таким образом, мама. То есть это называется родительским сценарием. Вот. То есть, по каким-то причинам ваша мама определила то, как вы будете выстраивать свои отношения с молодым человеком. С мужчиной. Вот. То есть причина развода, анализ – это обязательно. Обязательно. Дальше. Значит, сегодня я пришла с работы на полчаса раньше. В прекрасном веселом настроении. Поскольку далее вы пишете, что настроение у вас упало, то я делаю предположение, что настроение у вас неустойчиво. И бывает хорошее, бывает плохое. И зависит оно не от вашего собственного настроя, от ваших собственных мыслей и так далее. Зависит оно от, скорее, чего-то стихийного, да, то есть вот мама ваша, она вот легко может испортить вам настроение. Да? Вот. И возникает вопрос, почему так? То есть почему мама, да и в принципе кто-либо другой может испортить вам настроение? То есть насколько у вас
организовано внутреннее состояние. Вот. Насколько организована ваша психическая система, что она позволяет внешним объектам, внешним факторам вмешиваться в работу, в ее работу. Вот. На мой взгляд, это очень важная вещь, очень важный аспект, которому нужно уделить внимание вам, по крайней мере. Дальше. И тут началось от мамы в криках. Ты почему раньше пришла? Что тебя подставили? Зачем ты так раньше пришла? Могла прийти позже, как ты обычно приходил. Ну, видимо, у мамы были какие-то свои дела, какие-то свои планы на это время, вероятно. Она рассчитывала, что вы придете, как обычно, вы ее не предупредили, это, соответственно, вызвало у нее потерю контроля, и как результат эта потеря контроля привела к тому, что она сегрессировала, потому что очень многие люди плохо реагируют на то, когда теряют контроль за ситуацией. Ну, то есть вот ваша мама, она рассчитывала, что вы придете в определенный момент времени. Вот вы пришли раньше, и для нее это очень болезненно, потому что, ну, может быть, она любит, когда все по ее. Вот. Но в любом случае, говорит она в этот момент не с вами. То есть речь идет о ее каких-то потребностях, о ее каких-то желаниях, о ее каких-то, может быть, планах. Вот. То есть здесь, в этой ситуации, вы могли бы, в принципе, спросить у нее: мама, а почему ты так расстроилась, то есть это тебе помешало, как бы, то есть, знаете, какая штука, по крайней мере, ваша мама, она не говорит о себе, она говорит о вас. Так называемые я-сообщения у вас отсутствуют. А я-сообщения очень важны. Очень важны, потому что без них нет возможности сказать о том, что ты чувствуешь. Без них нет возможности сказать о том, чего ты хочешь. Получается такая история, что человек как будто бы обвиняет других в том, что у него там не получается, например. Да? И это очень плохо сказывается на отношениях. Между людьми. Вот. Поэтому я думаю, что если вы будете в разговоре говорить мам, что именно с тобой происходит, да, то есть чего ты хочешь, что тебе нужно, вот, то ситуация будет гораздо лучше выглядеть. Вот. Ну и отдельная тема, это, конечно, то, как вы восприняли то, что она вам говорит. А то есть, если вам было неприятно, то почему если вас задело, то
что, почему, тоже и так далее. Это ну, такие очень важные вопросы, да, для понимания того, что именно с вами происходит. Потому что пока вы, ну, не производите впечатление человека, да, который уверен в себе и уверен, ну, вообще в том, что он делает, в том, что он хочет, в том, что от него требуется, да, вот. И я полагаю, что все-таки есть нечто, что вас задевает в этом. И именно поэтому у вас испортилось настроение дальше. Понимаете? То есть дело в том, что настроение, оно портится, как правило, именно из-за того и именно после того, как какое-то событие, как какое-то происшествие, да, вот, задевает некие струны, некие, ну, заставляет почувствовать себя как-то вот негативно, да, то есть вот то, что вы, например, от себя скрывали, то, что вы делаете, как бы, когда вы делаете вид, что этого не происходит, этого нет вообще. Вот. В действительности это есть. И вот, когда вы сталкиваетесь с реальностью, вы испытываете фрустрацию жесткую, потому что вы прилагаете огромные усилия для того, чтобы не замечать того, что вас раздражает, например. Дальше. У меня рабочий день начинается с 8 утра до 4 вечера, а я пришла домой в 3:30. Опять не очень понятно, почему вы это пишете. Как будто бы оправдывайтесь перед нами. Зачем? Зачем вы оправдываетесь? С какой целью вы оправдываетесь? Понимаете? Вот. То есть это очень важный момент. Очень важный момент. Именно потому, что вы не уверены в себе. То есть это, ну, как бы, дает понять, что вы в себе не уверены в чем-то. Понимаете? Вот. Так что, пожалуйста, на эту тему также постарайтесь подумать. Дальше. У меня настроение упало, мне стало так больно на душе. Из-за чего? За что так? Ведь я пришла не пьяная и вообще не пью. Интересная у вас интерпретация. Конечно, что опять же навевает некие противоречия. Смотрите, если вы подумали, мама на вас, там, не знаю, кричит из-за того, что вы пьяные, допустим, ну, может, пьяные, да. Но при этом вы говорите, что вы вообще не пьете.
не пьете. Значит, если вы вообще не пьете, то почему вам эта мысль пришла в голову? Если, как вы говорите, вы вообще не пьете. Если вы вообще не пьете, то вам бы подобная мысль даже в голову бы не пришла, потому что вы не пьете. А раз вы об этом подумали, значит, с алкоголем у вас какие-то отношения есть. И здесь у меня возникает вопрос, так а что, вы все-таки употребляете алкоголь? Или вы все-таки как-то, ну, я не знаю, обманываете нас, например, и в действительности вы все-таки выпиваете. Вот. То есть согласитесь, что здесь ситуация не совсем однозначна. Дальше. Что мне делать, я не знаю, мне эти упреки уже надоели. То есть упреки подобного плана, они уже не первый раз происходят, да? Какие основные претензии вашей мамы? То есть что нужно есть, чего не хватает ей, чем она нуждается? Как вы вредите ей, своей маме, своим поведением? Что вы делаете такого, что ее не устраивает? Ну, по ее мнению хотя бы. Вот. Это первое. Второе. Значит, ну, понимаете, как бы вы две взрослые женщины, да? И вы живете вместе. То есть, как бы говорят, что двум хозяйкам на кухне найти общий язык, ну, довольно сложно. Почти невозможно. Соответственно, у меня к вам вопрос такой. Почему вы, ну, вот говорите, что я не знаю, что мне делать? А что можно сделать? Либо договориться с мамой о том, чтобы как-то, ну, ей предоставлять возможность там делать то, что она хочет, например. Либо так, либо рассмотреть вариант раздельного проживания. То есть я не думаю, что есть еще какие-то варианты здесь, понимаете? Вот. И тут уже кроется, тут уже момент здесь в том, почему вы не рассматриваете такой вариант. Тут момент в том, почему вы ну, допустим, все-таки развелись со своим мужем. Вот. Почему вы вернулись к маме? Как вы относитесь к себе? Как вы проводите досуг свой? Вот. Это важно. Это все очень важный момент. Как вы относитесь, как вы воспринимаете себя? Любите ли вы себя? Цените ли вы себя? Уважаете ли вы себя? Понимаете ли вы, где границы ваши, где границы вашей мамы, ну, там, допустим. Вот. Это очень важно, на самом деле. Все вот эти вот моменты, они очень важны. Если мы говорим именно о вас. Понимаете? Вот. То есть мама здесь, она причем лишь отчасти. У нее свои проблемы, у нее свои заботы, и как бы что и как она делает, это вообще ее право. Вот вы взрослый человек, у вас как бы своя жизнь. Вот.
Поэтому, пожалуйста, об этом не забывайте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.